Так, друзья мои, не был я здесь, наверное, более чем полгода. Или я обманываю? Ну, в общем, достаточно долго я не был, а уж по вопросу именно дела я здесь точно не был больше, чем полгода. Вот это очень удобная штука, это называется как бы третий этаж. Мы на улице, но мы на третьем этаже. Вот там Solaris, да, ТЦ, отсюда автобусы и ходят, в том числе наш любимый 911 до Внуково аэропорта. И вот он, вот лифт. Он уходит на один этаж, далее вы пересаживаетесь в близлежащий, или в близстоящий, или в близустановленный еще один лифт и спускаетесь уже прямо на платформу метро. Это невероятно удобно, когда у вас, ну, например, вот 20 кг и прям неудобно. А вот те выходы, они остались, то есть вот один выход, второй, они так и остались. Правда, один из них долгое время был на закрытии. Ну и все, как всегда, идете вот сюда. Там, как всегда, много народа. И, как всегда, пару петель делает 911 и выезжает на Киевское шоссе, где потом едет в районе 8 километров приблизительно, и вы попадаете в аэропорт.